если мы нанимаем руководящую должность чуть больше 3 месяцев, в настоящий момент проведены ряд мероприятий, связанных с выявлением имущества, имущественного комплекса на месте, проведение инвентаризации и анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В настоящий момент деятельность МУП Назарских лет не ведется, с самого начала, с декабря месяца, не ведется в настоящий момент. Сегодня предприятие производит сбор арендной платы с арендуемого имущества и направляет также денежные средства на повышение образовавшейся задолженности за коммунальные платежи с выставлением их арендаторам. По результатам, по цифрам, я Юрий сейчас попрошу, Юрий сейчас доложит, но потом мы уже обсудим. По большому счету, финансово-хозяйственная деятельность предприятия как таковая не велась, поэтому анализ цифр он будет, скажем так, носить характер, наверное, больше итоговый, ну, наверное, в какой-то мере и сравнительный, это было в прошлом периоде. То есть выпуск и реализация продукции, как уже сказал Николай Николаевич, не ведется. Помещения сдаются в аренду. То есть за 4-й квартал выручка от аренды составила 846 тысяч рублей. Из них 692 тысячи рублей – это конкретно арендная плата и возмещение коммунальных расходов 154 тысячи рублей. От аренды помещений и хлебопекарного оборудования выручка составила 2 583 тысячи рублей, в том числе аренда производственных помещений 781 тысяча рублей и возмещение коммунальных расходов 1802 тысячи рублей. 1 802 000 рублей. Дебиторская задолженность составила 9 930 рублей. Основными на 31 декабря. То есть основными задолжниками являются Сибирский хлеб и Восток сервис за аренду магазинов. Кредиторская задолженность составила 23 миллиона 610 тысяч. Это задолженность поставщикам, платежи в бюджет и в небюджетные фонды. Ну и текущая заработная плата за декабрь, которая составляет 167 тысяч рублей. Составляла. Да, у вас все? Скажите, пожалуйста, вот размер дебиторской задолженности за 2017 год по отношению к 1 января 2017 по 31 декабря, он каким образом изменился у вас? Есть у вас такая информация сейчас, чтобы нам понимали? Ну, он вырос, конечно. То есть на начало отчетного периода он, дебиторская задолженность составляла 1 000 000, на конец года 9, почти 10 миллионов. Сейчас. Хорошо. Так, за последний квартал, вот за, вернее, так, за 17-й год. Ну, что? По отношению к 16-му году, Николай Николаевич, вот та сумма, которую должны были предприятию арендаторы, она насколько увеличилась? Ну, в 16-м году ничего не сдавали. Довольно все в 17-м году. Да, почему я говорю, что мы заострили внимание, что задолженность основная, кредиторы основные, вот они составляют практически 9 миллионов рублей. Ну, 10 миллионов рублей. Это Сибирский хлеб 5 900,
И Восток Сервис 3200. Ну, она же 16-го года построила. 17. Ну, она в 17-м, потому что там давальское сырье было. Договор давальское сырье. Потому что это фактически сформировано с 17-го года.